У войсках Заходнего оперативного командования проводится тактичное учение с боевой стрельбой 147-го зенитного ракетного полка. В рамках мероприятия будут отпрацованы внутрипозиционные маневры, смена районов стартовых позиций с переодолеванием водной перешкоды, эвакуация пошкодженной техники и раненых. Такие учения проходят у першиню под керавництвом командующего войсками ЗАГ Владимира Белого. Маневры отбываются на полигоне под Слонимом. Особливостью этих учений является задействование авиации и беспилотных летальных аппаратов. Проведенных напередодні огляд полка подтвердил готовность солдат и офицеров до выполнения поставленных командованием задач. У первый день учений были отпрацаваны боевые стрельбы. Даденная оценка полку – выдатна. У рамках мероприемства еще будет проведено форсирование водных перешкод техникой, боевые стрельбы с другими подразделениями полка, выполнены задачи по противодействию авиации противника и интенсивному использованию БПЛА. В рамках учения проводится работа по керованию авиацией передовыми авиационными наводчиками 11-й особной механизованной бригадой. Как означает Министерство обороны, в учении завершальный этап полевого выхода, у рамках якого военнослужащие полка на практике замасовывали веды и оточивали профессиональные навыки с уликом в опыту проведения специальной военной операции. Так само стартовали в учении зенитного ракетного артиллерийского дивизиона 6-й особной механизованной бригады.